У домі-інтернаті для застарелих інвалідів Шубіна пройшла доброчинна акція. По традиції, з нагоди Дня пожилих людей з подарунками установу навідали члени обласного об'єднання профсоюзів і гомельські студенти. Разом з організаторами акції там побували і наші кореспонденти. Юные волонтеры, представники областного объединения профсоюза, уже данные гости у дом-интернате Шубина. Зараз тут проживают 106 человек. Прикладно 85% из них одинокие. С подарунками на все значные святы волонтеры приезжают до их на протягу опошних 7 году. Особливая дата у календары – День пожилых людей. Вы знаете, что когда мы поздравляем этих людей, всегда присутствует элемент грусти, такой сентиментальности, потому что в нас видят своих детей, внуков, и многих здесь знаем, их истории, их судьбы. С удовольствием рассказываем о тех предприятиях, на которых они раньше трудились. Представники профсоюзного руху передали керавництву дома-интерната грошовый сертификат на развитие проекта по вольной занятости. На этой сродке будут закуплены приналежности для вязания, так само музычные инструменты. Волонтерский отряд «От сердца до сердца» университета имя Франциска Скорины уручил пожилым людям подарунки. Когда вот обычно, когда мы возвращаемся с таких поездок, дети, ну, всегда уезжают под впечатлением и с каким-то другим отношением к жизни, к людям, потому что они видят, как живут старики, что они нуждаются, как надо относиться, может быть, к своим родителям, своим родственникам. Они пересматривают свое отношение. Новички волонтерской группы – студенты колледжа мастерства имя Соколовского. Сюда они приехали с концертными номерами. Сюда приехали, наверное, первый раз. Готовились много номеров и петь, и играть на инструментах. Мне кажется, это даже больше ответственности, потому что мы хотим принести больше радости. Тут нужно показать всю нашу душу, что мы хотим помочь и много счастья людям принести. Ни один жихар дома-интерната не застался поза увагой. Тех, кто сам не смог прийти за подарунком, волонтеры наведали у покоях. До речи, окромя традиционных гостинцев, у гэты день каждый пожилый человек отримал лист, у яким юные гамельчане написали теплые слова и пожадания. И мы такие рады, такие жизнерадостные. Аж на и жить хочется. А когда никого не ма, кажется, ой, не хочется ничего. И понимаете, настроение какое-то есть. Понимаете, есть, от всей души говорю. Ганна Ковалева, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель», Ветковский район.